Ну что, коротко о Лазаревском. Вы там видите, да, в той стороне Сочи? За колесиком тучки такие прям серьезные. Не знаю, дадут они сюда или нет. Но я в куртке. Но я в куртке, потому что я на мотороллере. Дамы вон в куртках тоже. Играет музыка где-то приятная. Где-то это в Прибое, либо в Фаворите. И я пойду посмотрю на море. Это наша набережная. Надеюсь, вам она еще не надоела в моих роликах. Сегодня гвоздь программы — море. Посмотрите внимательно на его цвет. Не знаю, получится. Кажется, далековато так оно, конечно. Получится, не получится. Но думаю, что что-нибудь да получится. Лежаки есть. Народ на пляже тоже даже присутствует. Но никто не купается, хотя сегодня были купающиеся, трудящиеся. Видел я. Кто-то вон в шортиках, кто в чем. Не, я не труселя иду смотреть, я иду смотреть температуру воздуха. С этого ракурса ее чуть-чуть получше видно. Ждем, вы пока смотрите на море. Да знаю я, что сегодня 15-е, знаю. 18 градусов показывает. Но опять же, вот видите, как девушка ходит. Капюшончики. Тут у самого моря ветерочек. Зато смотрите, какие красивые волны. Какое красивое море. Там даже кто-то есть загорающий. Такой ветерок, не очень комфортно загорать, если честно. Но тем не менее, люди-то приехали. Как оно бурлит. Люди приехали, поэтому надо отдыхать и загорать. Ветер не помеха. Некоторые прячутся вообще, бывает, за строениями всякими разными. За уголками, за зданиями. И в данном случае ведь не получается, не тот угол падения солнца. Так вот, некоторые прячутся и загорают. Ну, надо дождаться второй половины дня, когда солнце будет с этой стороны. И все будет хорошо. Сейчас заберемся наверх, если тут открыто. В пляжном доме. Воспользуемся, так сказать, знакомством. И полезем. Покажу вам красоту. Отсюда в Березу видно получше, правда? А когда случайно солнце так и впадало на... Ну, сейчас издалека покажу вам, правда, как там народ загорает. Далековато, правда, но видно. Но в большинстве все-таки в курточках ходят. Знаешь, капюшончики-то напяливают. Центральная набережная Лазаревского. Заведенница уже у нас работают, как вы знаете. Ух, народ снимает ролики. Не я же один все время буду снимать. Красота. Кафешки работают. Завтрак 300 рублей. Вкусный обед и ужин. Не знаю, 300 рублей завтрак, наверное, стоит. А вот с той стороны все-таки тучки. Я тучки, тучка, тучка. Я вовсе не медведь. В одном из мультиков песенка была такая. Вот такие дела, друзья мои, в Лазаревском сейчас днем. 15
05. Кажись, такая сегодня дата. Надо еще, наверное, будет лоскуточек маленький снять для трудящихся, смотрящих другие мои каналы. Пляжный дом тоже скучает. Ну, это те, которых мы с вами спасали. Было такое время. Помните, 27 ноября ночью 2023 года. Шторм века. Так его прозвали тогда. Вот такие дела. Вот, смотрите, как туристы гуляют. А эту девушку где-то видел. Уже. На причале ведутся работы. Там он перила меняет, все такое. Поэтому такой вот незнакомый вам шум болгарки. Все, всем пока, всем до новых встреч в эфире. А я пройдусь вдоль моря еще для другого канала. Чуть-чуть покажу вам отсюда красивые виды. Вы-то этот вид уже видели два раза.